Я хочу пригласить Сергея Юрьевича Архипова, директора Института русского языка. Ему нужно сейчас уезжать, и поэтому 10-15 минут, Сергей Юрьевич, прошу. Спасибо. Ну, у меня будет выступление короткое, и потом в конце выступления я попрошу показать мультфильм, который мы приготовили, сегодня у нас вышел на канале. Павел Романович, не вижу, у тебя есть там? Попрошу выключить свет, когда в конце выступления. Ну, действительно, хочется, во-первых, поблагодарить организаторов. Это Русское космическое общество, фонд «Родная семья» за то, что взялись за такое дело непростое, собрать вас всех. Планов было громадье, я знаю, в мае месяце, но мешались объективные причины. Вот сейчас перенеслось на сентябрь. Хочу поблагодарить вас всех, кто отозвался и пришел, понимая, что тем очень много важных и сложных. И, казалось бы, при чем тут русский язык? Вот тут и ювенальные юстиции, проблемы демографии, казалось бы, да? А почему русский язык? Чего вдруг о нем? Да еще и тема такая заявлена, забытые смыслы русского языка. Ну, сейчас начнут нас почковать там какими-то историзмами, какими-то архаизмами. Вообще речь сегодня об этом будет. Не смущайтесь, не переживайте, ничего такого я никого тиранить не стану. Хотя историзмы, мы помним, что такое, да, жизнь поменялась, ушли вместе с ней слова. Ну, вот нет слова «бояре», нет слова «вече». Это мы понимаем. А архаизм что такое? Архаизм, мы помним, о чем это речь. Тоже жизнь поменялась, но слова, смыслы могли остаться. Вот мы сейчас не скажем «ланиты», а скажем там «щеки». Да? Это вот будут архаизмы. Но речь вообще все не об этом. Смысл русского языка. Мы часто нашим слушателям, которые приходят, когда знакомим, говорим, зачем это нужно знать? Ну что ж, вы от рождения знаете русский язык, хорошо или плохо, но знаете как-то, как-то объясняйтесь и без нас. А ведь русский язык, язык действительно уникальный. Нам несказанно с вами повезло от рождения, получив такой удивительный дар русского языка. И не потому, что мы рождены на земле там, Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Дело не в этом. Вот здесь в зале есть Олег Александрович, я видел там Чагин, очень много. Он, его институт занимается развитием мозга, морфологией мозга. Вот ученые давно понимают, что мозг человека, говорящего по-русски, отличается от человека по-русски не говорившего, или, по крайней мере, первые слова не произносившего, невоспитанного в среде русского языка. Ну, к чему это? Ну и ладно, ну и хорошо, ну одно, такой мозг у другого, другой мозг. А вы задумайтесь об уникальности, о, казалось бы, такой банальной уникальности, которую мы уже с вами и не анализируем. Вот в нашей стране, в нашей с вами территории 10 тысяч километров. Огромная земля. А эту землю, среди прочего, держит удивительный, уникальный русский язык. Не задумываемся, привыкли, банально. А вы знаете, есть такая шутка. На третьи сутки путешествия в поезде Москва-Хабаровск житель Люксембурга сошел с ума. Это действительно так. Это другой мозг. У нас с вами другой мозг. У нас с вами соседи японцы и норвежцы. Соседи по лестничной площадке. В одну дверь пошел там норвежцы, в другую японцы. А это разные вселенные, разные миры. И нас, наш мозг под воздействием вот этого всего сформирован в том числе. А смысл это, который мы с вами забыли, почему это важно их вспоминать? Вот ровно поэтому, чтобы наш с вами мозг был максимально, как сейчас в современном мире сказали бы, эффективен, полезен и так далее, и так далее. Я был бы успешен, чтобы всеми этими инструментами можно было использовать для какой-то своей лучшей доли. Без всяких психотехник, без всяких там сложных, сомнительных, может быть, каких-то психоделических или там измененных состояний сознания или гипноза. Как знаете, еще одна шутка про гипноз, недавно очень мне понравилось. Как один пришел, говорит, я ходил на курсы гипноза, вот мне не понравилось, вообще не понравилось. Поэтому заплатил за год вперед и больше не пошел. Так вот, русский язык, удивительный, образный русский язык, когда в одном слове у нас связывается огромное количество понятий, совершенно из разных областей, и культуры, и из разных областей истории, из разного всего. Так вот, это самый русский язык. Маленькие примеры, которые мы часто произносим, и так, чтобы немножко так упростить, или, может быть, так облегчить, что ли, пафос сегодняшнего встречи, хотя тем действительно очень много серьезных и важных, но все-таки, вот мы с детства все, по крайней мере, мы своим детям, конечно же, считали, в детстве такую читали потешечку «Сорока ворона, кашку варил». Вот кто читал? Кто своим деткам рассказывал? Ну, конечно, ну, классика, естественно. Как без классики жанра обойтись? А при чем тут эта сорока? А что тут ворона? А что ж это за птичка такая? Так она сорока или ворона? Это что за зверь такой, чудо такое лесное? Не знаем. А потом, казалось бы, если кашку варила, ну, казалось бы, проще там утка, гусыня кашку варила, все-таки домашняя. Что это тут ворона, сорока? Не помним, не знаем.
А оказывается, ведь это руки женщины. Это руки хозяюшки. Правая рука ворона, левая сорока. И тут, когда скажем, вот слова ворона, ага, проворонил, ух ты, какой-то ворон, а тут просрочил. Имеет отношение к каким-то словам, конечно же, связанным. А слово ворон тут что-то ворожить, какие-то там ворота. Понимаем, какие-то смыслы с этим подтягиваются, как будто из глубины нашей памяти. А просрочил, точно что-то не сделал вовремя. А почему сорока? А какая рука из них какая? А когда мы понимаем, что птичка, сорока, чем отличается? Ну, любит блестючки воровать, если получится, да? Так вот, массивные украшения, перстни, конечно же, женщина будет носить на руке левой, которая меньше задействована в делах. И тогда понятно все. А вот удивительное дело, вот мы говорим слово «просрочил», да? Или сорочинская ярмарка, когда торговали с вещами, висящими на левой руке. На сороке висели эти вещи. Не помним, ничего этого не помним, всем миром забыли. От число вдруг вспомним числительное 40. Ну, 39, понимаем, 3, 9, десятки. Понимаем, 51, а 40. Ну, ни к селу, ни к городу. Странное какое-то число, и целая группа, 41, 42. К чему вдруг? Оказывается, наши предки знали, самое важное число было 40. Сорокаусты, какие-то 40, 40, 40 в разных областях есть. А что это такое? Да это 40 недель. И каждая женщина знает, что это за магия 40 недель происходит. Особняком стоит целая группа этих слов с этим связанная. Магия, волшебство. Не помним, всем миром забыли. Простые слова, казалось бы, ребеночек подойдет. Вот слово «путь». Знаем путь. Ну что ж, не знает, кто не знает слово «путь». А знаем «дорога»? Да, конечно, знаем. А синонимы или нет? Да вроде да, вроде нет. А как же путеводная звезда есть, дорожный нет? Есть путешественник, дорожника нет. Присядем на дорожку, чтобы пожелать счастливого пути. Как все перемешано, как-то странно все. Почему так? Путеводная звезда, ее надо держать, путь по звезде, а по дороге не надо. Почему? Не помним. А ведь, оказывается, дорога всегда была вдоль реки или по реке, если зимой, по льду. Или вдоль нее, это и была дорога, чего ее держать? Вот по руслу реки вдоль идешь, вот тебе и дорога, а пути, пересекающие поперек дороги. И тогда все станет понятно, почему путь держать, и так далее, и так далее. И этих смыслов, поверьте, этих смыслов нами забытых, простых слов громадье. А почему они важны? А вот именно потому, что этот образный, удивительный, уникальный, могучий язык, волшебный язык. Вот сегодня много раз вспоминалось «Родина и Отечество». Не хочется там пафос превозносить, а ведь действительно важные слова. Помним же, вставай, солдат, Отечество в опасности. И это была движущая причина встать на защиту. Но шел солдат умирать за Родину. Смыслы разные. А в чем эта разница? Или это одинаковость? Уже не скажем. Ребенок подойдет, скажет, Родина, ну скажем, Родина. Ну, Родина, где родился, вроде, да, а Отечество, вот. И начнем каждый раз по-разному что-то мычать, потому что не скажем внятно. Импровизировать будем. А действительно, Родина, Родина – это о том, где ты родился. А Отечество – зачем живешь на этой земле? Почему живешь именно так? И совершенно другие смыслы. И вот когда мы понимаем это все, и рассказываем нашим слушателям, нашим студентам, и молодым, и зрелым, а в этих забытых смыслах, когда это с глубин воспоминания поднимаются, эти великие смыслы, которые двигали нашими предками, понимаешь очень много этих самых идиоматических выражений, понимаешь этих очень много фраз во всем многообразии, во всей их связанности. И вот я хочу пожелать успеха всем вам, я хочу пожелать удачи всем нам, потому что, как один из наших друзей сказал, зачем вы этим занимаетесь? Вот возрождайте смыслы, пытайтесь поделиться какими-то традициями. А смысл очень простой. Мы хотим, чтобы наши дети женились и выходили замуж за нормальных детей, за таких же, как наши дети. Нам нужны такие, как мы, как вы. Поэтому, собственно говоря, хочу пожелать еще раз удачи в эту работу, в эти два дня. И всем нам успехов. А сейчас попрошу, Павел Романович, давайте посмотрим мультик, который у нас сегодня вышел, тоже как раз ровно все об этом.
Когда-то давно о таком предмете, как решето, люди знать не знали. Как же они отделяли одно от другого? Давайте вспомним Золушку. Мачеха дала ей задание отделить одну крупу от другой. Она быстро с этим заданием справилась при помощи решета. А что делать, если у тебя его нет? Правильно. Золушке помогут руки. Правой рукой мы крупу захватываем, а левой просеиваем. Смотрите, мелкая крупа течет сквозь пальцы вниз, а крупная остается на ладони. Левая рука изначально называлась решето. А потом, когда люди придумали эту вещь, они передали ему и это название. А что общего между решетом и решеткой? Правильно, решетка тоже просеивает. Мелкие животные, кошки, собаки, мышки пройти могут. А крупные, ну или как человек взрослый, нет. Решето, решетка – это слова одного из вода. С ними в родстве находится и слово решение. Оп! Ведь раньше у человека не было компьютера, калькулятора, линейки. Ему приходилось решать все буквально на пальцах. Правой рукой он загибал пальцы левой руки. Руки человека и были старинным компьютером. Для перехода через порядок использовались костяшки руки. Когда мы что-то объясняем на пальцах, мы тоже активно используем именно левую руку. Поэтому каждый палец левой руки называется решет. А рука, которой они принадлежали, называлась решето. А какие чудеса могут поместиться в это решето? Конечно, пальцы правой руки. Ведь именно правая рука чудит больше всего. И делает она настоящие чудеса. Из муки и воды блины. Оп! Из руды железо. Оп! И много всего может сделать правая рука и ее волшебные пальцы. Поэтому каждый палец правой руки назывался чудо, а вся рука – чудеса. И если мы что-то чудесное хотим рассказать, мы именно этой рукой помогаем себе, описывая все ей. А когда надо укладывать чудеса в решето? Вот у нас бежит лесной ручей. Мы хотим напиться. Как нам это сделать? Правильно. Оп! Положить чудеса в решето. Набрать водицы и попить. Мы говорим «чудеса в решете», когда хотим подчеркнуть все, что сделано просто, без волшебства. Ловкость рук и никакого мошенничества. Спасибо. Спасибо большое. Ну вот, надеюсь, вам понравилось. Вот, собственно говоря, любите русский язык, цените его. Будьте здоровы. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org. И подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром!